Всем привет, дорогие друзья. Вот я нахожусь в парке Степанова. Пляжный коп. Вот. Копаю. Башку я в пакет убрал, потому что она боится влаги. Вот. Так что вот так вот покажу свои находки. Так, кабель какой-то непонятный, жестяночка, пробка, еще одна пробка, то ли пивная, то ли водочная, скорее всего пивная, и ходячок 2 рубля, такой я уже находил, сигнал был похожий, вот, так что вот так вот, дорогие друзья, копаем. Сейчас скорее всего дождик будет, надо уезжать отсюда, а я вот только приехал.